Меры безопасности в период майских праздников обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии района и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Поприветствовав участников заседания, глава района первым предоставил слово заместителю начальника управления культуры Светлане Киясовой, которая доложила о планируемых праздничных мероприятиях и принимаемых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях культуры была проведена дополнительная подготовка по усилению мер по обеспечению безопасности в период проведения всех мероприятий, которые планируются на территории района. Это инструктаж всех работников культуры, доведение до всех информации о существующей обстановке на сегодняшний день. Быть бдительными во время проведения массовых мероприятий, обращать внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты. Если обнаружили что-то подозрительное, сразу сообщать в администрацию района и правоохранительные органы. Всеми учреждениями культуры подготовлены письма на имя глав сельских поселений и в соответствующие органы. Сегодня письма будут все разосланы. У нас уже готов план мероприятий празднования 78-й годовщины по всему району. Готов сценарий митинга и всех мероприятий, которые будут проходить в этот день. За докладчиком по данной теме выступил начальник отдела участковых полномочных полиции по делам несовершеннолетних Адамиркан Пхешхов. Во исполнение приказа Министерства внутренних дел по Республике Адыгея номер 229 в целях обеспечения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Кашхабльского и Шевченского района в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины, личным составом Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский осуществляется мероприятие по подготовке к обеспечению общественной безопасности граждан и дорожного движения при проведении публичных мероприятий, массовых мероприятий. На 9 мая 2023 года, согласно представленного списка планируемых мероприятий, Управлением культуры Кашхабльского района запланировано 21 мероприятие с массовым пребыванием граждан в 14 населенных пунктах, из которых 13 – это торжественные мероприятия лунных мемориальных комплексов, 6 праздничных концертов и 2 вечера для молодежи. В охране общественного порядка будут задействованы до 46 сотрудников отдела внутренних дел, экипаж ДПС, члены добровольных народных дружинников и представители казачества. В соответствии с вышеуказанным приказом, в период с 1 по 12 мая 2023 года будет осуществляться охрана общественного порядка, монументов воинской славы, памятников. Памятники будут взяты под круглосуточную охрану с привлечением членов добровольных дружин. Один из важных вопросов, который обсуждался на совещании, касался мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в период проведения последних звонков на территории Кашхабльского района. Доклады по этой тематике представили заместитель начальника управления образования Нурет Бричева, начальник отдела участковых полномочных полиции Айдамиркан Пхешхов и начальник Кашхабльского гарнизона пожарной охраны Артур Меритуков. После обсуждения всех предложенных вопросов были вынесены определенные решения с рекомендациями.